очень люблю утро. Вот эта атмосфера утром совсем по-другому энергии. Еще солнце, море, свежий воздух. Как-то вот это все есть. У меня очень хорошо день начинается, друзья. Так что очень важно, в самом деле, как-то окно откройте, если у вас яркая погода, солнце, витамин, воздух чистый, у вас день начинается совсем по-другому, более энергичный, более позитивно, друзья. Так что с вами город Мерсин, друзья. С вами район Томик. Сегодня с вами будет. Скоро хочу с вами поделиться. Вот этот дом красивый, уютно, очень красивый дом. Хочу здесь поделиться с вами. Одна демонстрационная квартира, но есть другие альтернативы. Просто планировка такая. 1+1 65 квадратный метр. С видом на Средиземное море, 200 метров море, отсюда пляж недалеко, огромный большой бассейн, есть тренажерный зал, есть бильярд, не бильярд, теннисный стол, есть еще охрана, консьерж, 24 часа, есть еще аппарат, можно дальше, иди, я хочу показывать, вот здесь место барбекю, здесь есть место барбекю, покажи, пожалуйста. Хорошо? Вот это место барбекю для жителей, друзья. Очень хорошо. Место расположения тихо, спокойно. Место рядом есть все магазины, ресторан и продукты магазин и мясник тоже есть. Очень хорошо зелень, везде зелень, красота просто. Так что давайте теперь поднимаемся, посмотрим. Наша сегодняшняя планировка, вот эта красота, очень красиво. Вот это место, покажи отсюда. Вот это. Наружу тоже очень красивый, вечером очень хорошо светит. Давайте теперь поднимаемся. Итак, друзья, еще раз всем доброе утро. Доброе утро. У нас время 10 утра, друзья, в городе Мерсин, район Томик. Продолжаем с вами вместе посмотреть. Вот эта красота. Но продается без мебели, без бытовой техники. Я вам просто показываю планировка, друзья. 1+1, 65 квадратный метр. С видом на Средиземное море. Очень уютно, красивый, новый. Свежие, новые, друзья. Это не вторичное жилье, просто это шоурум. Так что, короче, это перехожая. Вот это перехожая, вот это шкаф, выходит стоимость справа, с левой стороны шкаф есть, очень большой, длинный, вот такой. И сразу с правой стороны санузел, туалет, и она не маленькая, но уютная, достаточно большой. И для вот 2-3 человека очень идеально хорошая квартира. Еще очень важно, что это место для сдачи, аренда тоже очень хорошее место расположения, друзья. Потому что море здесь рядом, между прочим, здесь пляж очень хорошо. Район Томик. Поэтому здесь даже местные тюрки тоже здесь живут, из других городов приезжают, здесь летом отдыхают, танцуют, наслаждаются. Так что еще здесь... Вот это такая большая спальная комната, большая кровать. Так что вы можете в таком виде тоже обставить. Очень уютно, хорошо обставили, между прочим. Вот этот шкаф тоже выходит в стоимости. Кроме вот этой кровати и занавес, и ковры, остальное все выходит в стоимости, друзья. Кухня достаточно большая, вот такой. Везде шкаф, между прочим. Вот здесь тоже шкаф. Вот это все шкаф. Здесь тоже шкаф. Вот это все шкаф, друзья. Очень удобно для женщин, между прочим, мне кажется, очень удобно везде, много что-то, шкаф есть. Так что, вот в таком виде вы тоже можете обставить, чтобы у вас было представление, как можно обставить квартиру. Сейчас, минуточку, я очки возьму, там солнце, сейчас.
Между прочим, вы можете обставить с нами. У нас есть после-продажи сервис в нашем компании, друзья. Можете к нам обращаться. Мы не только продаем вам недвижимость в Мерсине и говорим, что до свидания. Мы еще с вами занимаемся после-продажи, друзья. Оформляем ваши документы, электрик, вода, счетчик. И если вам нужно вид на жительство, оформляем вид на жительство. Так что и покупаем вместе с вами. Вот так обставляем мебель, бытовая техника, ковры, швабры. Вот это все занавесы вместе можете купить, друзья. Так что очень красивый, да? Вид на Средиземное море. Аппаратор видно, да? Такая через камеру. Потому что иногда вот это глаза что видит через камеру. Это очень тяжело донести. Вот эта эмоция очень красивая. Тихо, спокойно. Место, друзья. Давайте я вам еще хочу показывать пляж. Поехали пляж. Я люблю потрогать по красоту. Очень люблю. Как-то красиво что-то есть. Я люблю потрогать. Итак, друзья, мы вместе с вами посмотрели 65 квадратных метров. Отсюда, от пляжа 200 метров, недалеко, в самом деле, очень хороший пляж. И здесь кафе, ресторан, все городская инфраструктура тоже есть. Если вам нужно разные этажи, разные стороны, планировка, друзья, что вам надо? Нужно просто к нам обращаться, мы вам отправим онлайн, вот через Viber, WhatsApp, Telegram, отправим именно для вашего вкуса, друзья. Так что, если что, под видео есть наши контакты, пишите, звоните. Как красиво, да, солнце, море, воздух, воздух. Очень жаль, вот это ужасная эмоция, воздух через камеру вам не можем донести, друзья. Так что, кто нас смотрит из Казахстана, из России, из Украины, из Европы, из Южной Америки, из... Откуда? Китая. Азербайджан. Азербайджан. Мне часто оттуда звонят, пишут просто. Азербайджан, всем большой привет. Еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Günaydın по-турецки. Günaydın. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Всем удачи. Пока.